В Алтайском крае выводят новую породу свиней. Селекционеры обещают, это будет огромный вклад в развитие российского животноводства. Ольга Ермакина. На крупнейшее предприятие региона по производству свинины ценный генофонд сегодня привозят из Ирландии. Животные породы ландрас и крупная белая дают большой приплод. Их мясо отличается высоким качеством. Но постоянно закупать заграничных животных предприятие не планирует. Селекционеры мечтают. Через 10 лет алтайская порода свиней будет греметь на всю Россию. Сейчас мы уже начали работу по выведению породы. Это будет мясная порода, мясного направления. Будет хорошо акклиматизированная, адаптированная к нашим условиям, к сибирским. В этом году предприятие начнет строить общесибирский селекционно-генетический центр. Это шаг к восстановлению забытых традиций. Породы, выведенные советскими учеными, считались едва ли не лучшими в мире. Сегодня селекционных центров в России всего 5. Шестой появится на Алтае. Генеральный директор предприятия Борис Панов уже заручился поддержкой Минсельхоза России. Говорит, создание такого центра – это шанс составить конкуренцию продвинутой Европе. Есть информация, я, правда, не готов его полностью утверждать, но вот тут недалекие наши соседи завезли ненужную инфекцию с племенными животными, которых привезли из Европы. Естественно, мы этого боимся. Со следующего года в крае ожидают бум производства свинины. После строительства селекционного центра заниматься мясом станет выгодней. В этой связи через 2 месяца в крае откроется современный комбикормовый завод. Корм для животных здесь будут производить по 50 различным рецептам. Будет своя лаборатория. Она уже, оборудование уже закуплено. То есть будет оснащена самым современным оборудованием, которое требуется для контроля как входящего сырья, то есть что сюда входит, всех компонентов и также зерновой части, и плюс контроль изготовленного комбикорма. Постановление о строительстве селекционного центра губернатор Александр Карлин подпишет на днях. В следующем году предприятие уже планируют запустить. Но главный итог работы будет известен лишь через несколько лет, когда в крае появится совершенно новая порода свиней. Ольга Ермакина, Антон Червяков. Новости.